Всем привет, Kia Sportage, комплектация Лига Европы УЕФА. Давайте так бегло посмотрим, что к чему. Здесь у нас, видите, светодиодные фонари, туманки, много хрома. Здесь такая сабля хромированная. Давайте почитаем. Kia Sportage, комплектация люкс УЕФА. Двигатель бензиновый, 2-литровый, 150 лошадиных сил, коробка передач. Шестиступенчатый автомат, привод полный, цвет серебристый металлик, интерьер комбинированный. И из допов здесь коврики, салон и багажник. Машина стоит без допов 1 844 900 рублей. И с ковриками без допов машина стоит 1 854 900 рублей. То есть доплата за цвет здесь уже включена. Такие двухцветные диски, резина Hankook, пластиковая защита. Пластиковый вес по кругу. Сзади, спереди у нас имеются брызговики. Полный привод. Повторитель поворотов в зеркалах. Хромированная окантовка стекол. Бесключевой доступ. Здесь уже ворс у подкрылки. Отлично. Задние датчики парковки. У нас, видите, тоже такая сапля хромированная. Лига Европы УЕФА. Давайте посмотрим, что здесь. Камера заднего вида, подсветка номера и кнопка открытия багажника. Вот так высоко открывается. Полностью по всему периметру здесь пластик, отлично. Шторка. Вот чем шторка удобна. Допустим, вот вы приехали где-то на отдых, да? Здесь поляну накрыли. У вас здесь над головой крыша. Сели по краям. Здесь у вас все поляна накрыта. И удобно. Шторку так откинули еще вдобавок. Все. Допустим, вот в Кашкае там полка твердая. В тюгане полка твердая. Уже вот так просто сесть не получится. То есть нужно будет полку отстегивать полностью и снимать, и вот убирать, потому что она будет мешать. Подсветка. Достаточно большой багажник. Есть еще крючки для сеток. Толстый полик, отлично. Докатка. Домкраты, инструменты. Давайте сразу откроем сиденье. Посмотрим. Видите, это ручка. И вот у нас все это сложилось. Видите, как ровный пол. Отлично. Что-то можно такое крупное перевести. Или здесь можно отдохнуть, переспать. Да, вот так. Ну, видите, допустим, вот так, если что-то не вмещается, вот спинку вот так сделать, она фиксируется, и все, и отлично. Ну, и до конца давайте уже. Вот видите, вот можно еще вот так ее, вот до конца опустили, то есть угол наклон еще больше, и в дальней дороге под таким углом очень удобно ехать, отдыхать. Тихо работает, хорошо. Напомню, что это у нас комплектация Лиги Европы УЕФА. Ну и давайте в салон. То есть отличие, да, у нас тут светодиодные фары, туманки, задние фонари тоже. Здесь тоже все красиво сделано. И здесь у нас бесключевой доступ. Такие вот комбинированные сиденья. Все это стеклоподъемники, водители, пассажиры, авто, блокировка дверей, стекол, электрорелевки зеркал, складываем зеркала.
Смотрите, носочка. Здесь все делаем мягким. Здесь тоже. Все отлично. Динамик. Еще динамик. Большая ниша такая. Термос можно тут расположить. Здесь, видите, у нас уплотнитель. Тут еще один уплотнитель. Отлично. Давайте присядем. Сиденье предварительно сдвинул максимально назад. Руль в коже. Довольно-таки пухленький. По высоте, по вылету регулируется. Здесь еще куча заглушек, яркость подсветки, угол наклона фар. Кожаный руль, мультируль, голосовое управление, работа с телефоном, регулирование громкости, папки треки, здесь круиз-контроль, работа с бортовым компьютером, понятно. Такой вот большой у нас экран. Аварийка, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, куча кнопок, подрыв сидений трехступенчатый, подрыв руля, две розетки, разъем USB, стильная докоручка автомат шестиступенчатый, подключение полного привода, помощь при спуске с горы, отключение датчиков парковки и выбор режима движения. Два подстаканника. Ну и вот такое здесь одна нишка, вторая нишка. Несдвигаемый у нас бокс-подлокотник. Кстати, он большой такой. Отлично. Сиденье вообще все четко сделано. Тут боковой упор. Что здесь. Все классно. Ремни по высоте регулируются. Ручки. Подсветка, все это понятно есть. Здесь тоже все это вот так работает. Свет, правда, тускловатый. Отсечник. Ну и тут тоже все это имеется. Ну что, тоже добавили всякие вкусности, да? И, в общем-то, пожалуйста. Такая вот комплектация, почему нет. Вообще говорю, корейцы молодцы, они как-то вот умеют вот это вот. С одной стороны, они, скажем так, где-то и жадничают, да, вот. Убрали из Солярисса дисковые тормоза в первых комплектациях. Ну, где-то вот, а где-то да, добавляют. Ну что, вот так вот удобно. Давайте посмотрим, что сзади. В такой-то комплектации. У нас, видите, еще есть поясничный подпор. Замечательно. Прямо, видите, как аж вот такая стала выпуклая спинка. Замочки классно работают. Широкий проем. Круто. Подрыв сидений. Электростеклоподъемники. Мягкие подлокотники, ниша. Ну и давайте присядем. Здесь у нас кармашки в виде сетки, еще отделка пластиком, легко помыть. Розетка, воздуховоды. Вот видите, классно, вот эти вот заглушки пластиковые, то есть снег там не попадет, ничего. Хорошо. Ну и, соответственно, вот даже коврики у нас, видите, они низенькие, вот, а нога так встала, и тут вот эту обшивку, да, она уже, то есть ногой чиркать вы не будете. Красота. Здесь у нас снизу черный пластик и вверху белый. Дополнительные бонусные крючочки. Хорошо. И тут мне нравится, что вот вешалка такая, хоп, выдвинул, и как хочешь, с какой стороны вешал, удобно, все офигенно. Подсветка. Там, кстати, уже нету вешалки, но зато есть бонусный крючок. По сиденьям здесь у нас три подголовника. Ну и вот, да, бокс-подлокотник, два подстаканника. Вот так, классно, отлично. Спрофилировано для двоих.
И тут, видите, я спинку откинул максимально назад. И вот, честно говоря, едешь прям так хорошо, так полулежа, вообще круто. Дальние дороги вообще отлично. Такой командирский вид. Вот так бы было, да, в Тусане. И с его-то мордой, и вообще получилась машина бы вот идеальная. Ну вот здесь вот салон классный. Ну, морда чуть не очень, да. В Тусане получается, что морда классная, салон чуть-чуть не очень. Чуть-чуть как бы развернутая консоль к водителю. Много кнопок. Ну, в принципе, все удобно, все под рукой. Такое дело. Места тут много. Тоннельчик, правда, сантиметра 12, наверное, где-то такой. Ну, это уже такие некие издержки. Здесь еще тонировочку сделать, так все вообще будет шикарно. Разговаривали мы с менеджером. Здесь же уже стоят эти новые движки. Здесь уже дополнительные маслофорсунки. То есть, говорит, лейте бензин 95-й и меняйте масло почаще. И будет он счастье, и машина будет ходить. Так вам тачка. Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо.